школьной команды КВН для участия в сегодняшнем финале. Сегодня за звание чемпиона школьной лиги КВН будут биться 8 команд. И я с удовольствием их для вас представлю. Команда КВН школа номер 7. Бэйбис! Команда КВН школа номер 12. Унесенные смехом. Команда КВН школа номер 8. Живущие на опережение. Команда КВН школа номер 9. Импульсы. Команда КВН школа номер 14. Чумачечи. Финалисты представлены, а теперь хочется представить команду жюри, от которой будет зависеть исход сегодняшней финальной игры. Итак, заместитель начальника городского управления образования по воспитанию Башидат Магомедхановна. Актер, участник различных сборных команд КВН города Хасавюрт, Тимур Кирин. Актер, сценарист, руководитель юмористического проекта «Большой базар» Шамиль Нухов. Актер, сценарист, участник высшей лиги КВН в составе команды КВН сборная Дагестана, специалист Министерства по делам молодежи Республики Дагестан Марат Султанов. Обладатель Кубка мэра Москвы в составе команды КВН сборной Дагестана, участник финала высшей лиги КВН Али Али. Команды представлены, жюри объявлено, впереди жаркая битва за чемпионство. Хочется пожелать командам традиционная «Ни буха, ни бира». Бегом готовимся. Так, сегодняшний финал будет состоять из двух конкурсов. Это приветствие и стенд. В конкурсе приветствия команды в течение 7 минут должны будут показать заготовленные миниатюры на свободные темы. В конкурсе стенд командам дается 4 минуты для показа подготовленных ими миниатюр. Прежде чем первая команда выйдет на сцену, хочется поблагодарить организаторов нашей сегодняшней игры, без которых она могла бы и не состояться. Это Министерство по делам молодежи Республики Дагестан. Аплодисменты. Администрация городского управления образования города Москвы. Аплодисменты. Итак, конкурс приветствия. Первыми на эту сцену выйдет команда КВН школа номер 7. Бэйбис! Команда Бэйбис! Мы работаем по девизу. Энергично. И симпатичные. Итак, давайте представим «Сосяды», интересный фильм и «Влюбленная парочка». Пать, тебе удобно? Да, много удобно. Тебя тебе видно? Да, видно. Патя, тебе дует? Нет, не дует. Да давай мы сами поменяемся. Вот сижу, курю. Ой, простите, садитесь, пожалуйста.
Мама, Спас, я ее тебе судьбу. Блора. Доктор, я чистила ухо в эту сторону. И похоже, что-то там задело. И теперь ничего не слышу. Это очень интересный случай. А вы покрутите в другую сторону, может, вы звук убавили? А наши мальчики на доске матюки писали. Это очень плохие мальчики. Надеюсь, ты это не писала? Нет, я диктовала. А может, мы забудемся и сбежим? Молодые отцы потом наберут дома. А что кто? Шур, розетку включаешь, деликатную стирку ставишь и нажимаешь красную кнопку. А, спасибо. Ладно, стой! Что? Я родила! Молодец, поздравляю! И чего же все нас так ненавидят? Сама не понимаю, мы или все ничего не делаем. Дурик, я тебе говорил, что мне самый лучший. Нет. Блин, а кому я вчера говорил? Наша сама на день рождения, что же мы им подарим? Давайте кружку подарим, он же любит чай пить. А может айпад? Подожди, может мы им часы подарим? А может PlayStation? Какие этажи? А давайте кружку. Я понял, iPhone X. Вам подарящий! Настоящий должен пропускать девушку. Настоящий так кстати, не должен ни одну девушку пропускать. Эй, девушка! Школы Гаджиева Айваза Мусаиповича и психолога Муслимову Элине Абдулову Алаудинову. Большое спасибо команде КВН Школы Университет за столь смешное начало. А мы продвигаемся дальше. На сцене команда КВН гимназии Максима Горького. Горький гимназист. Thank you.
что у вас тут? КБР. Ну и что вы приготовили? Фокус. Показывай. Видишь что? Ну вижу. Смотри. И что? Я тоже так могу. Ну покажи. Видишь ключи от машины? Посмотри в карман. Удивился? Я же видел, как ты мне в карман ставишь. Не удивился, так подай сюда. Вау, что за фокус! Пообразите, продемонстрируй я еще раз. Понравился, да? Да, да. Салса души. Дай, дай. В каждой компании есть такой человек. Шли мы вчера с одним парнем. Со своим, что ли? Заходим в клуб. Парни в танцу! Ты понимаешь, где обычный шахматный клуб. У нас начинается партия. ЛДПР, да! Пацаны, я вчера с папой поругался. С Римским, что ли? Мы не со своим. Ребята, урока сегодня не будет, вы сидите там секрет ушла, давайте скорее домой! Сообщение своей девушки и случайно отправил его своим старшим братом. Мара! Иди сюда! Сначала было так. Я, конечно, тоже тебя... Тоже хочу с тобой свободное время проводить. Если хочешь в ресторан, тоже свинь. Но если ты меня еще раз за это назовешь, я тебе шею сломаю. Почти каждая вторая семья на Инстаграме. Мам, мам, смотри, что я в Тиндере нашел. Я не больше, мам. Я найду ей эту работу. Съеду я от тебя. На праздник Курбан-Байрам что-то пошло не так. Если бы Титаник снимали в Дагестане. Страшно это, когда она еще не умная. Ну ты совсем не замечаешь. Нет, что ты, облачко мое. Ты знаешь, что средний вес облака 800 тонн? Ты назвал меня тупой? Нет, рыбка моя. Ты знаешь, что рыбы без мозгов?
Так, команда КВН гимназии Максима Горького благодарит директора школы Арсланову Зарема Абдулвагитова. Третьими на эту сцену я приглашаю команду КВН школы номер 12 «Унесенные смехом». Для вас сегодня выступит лучшая сборная команды школы номер 12 «Унесенные». А вы посмотрели миниатюру «Пора бросать курить». Итак, друзья, вспыльчивый, но очень быстро отходчивый молодой человек. Надоело! Итак, друзья, знакомство с девушкой со странным именем. Привет, салам алейкум. Как тебя зовут? Валида. Сама Валида? Ну иди, вали. Если часто с ней в контакте, то скоро вы начнете говорить именно так. Инжи, а что ты себя опять в активном поиске поставила? Меня парень бросил. Да ну не переживай, все наладится. Слишком поздно распать силы. Все сгорело, остался только холодный пепел. Ну ты же знаешь, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Если тебе плюют спину, значит, я впереди всех. Да, девочки, но это так больно, когда люди не замечают, как по ночам плачет та, что идет по жизни смеясь. Девочки, девочки, это он! Алло? Милый, если ты хочешь, чтобы я была ангелом, организуй для меня рай. Ну что непонятного, расстаемся. Фу, как призывно. Нет, нет, девочки, я актриса. Я женщина, я актриса. Во мне живет 1000 ролей. Итак, друзья, гардеробщица в Хасалюте. Надо телефон доставать, на примере задвигать, будет мешать смотреть. Но у вас там табличка повешена, ценные вещи забирайте. Вот паразиты, я не снимаю, они не вешают. А у меня ничего не украдут? У нас образцовый показатель для гардеробка. За 20 лет я кого росла и доказали. Я в своей куртке нашла чудо-чужую зажигалку. Ой, моя, моя. Вот есть еще добрые люди на свете, а? Что, в ней курить выходили? А ты что, хочешь, чтобы я заболела? Я и так курю. Ну вы мне ее прожгли. Вот ты. Ууу, кропали пал, ой, не больше тебе ты мои. Иди отсюда. Тебе что, ощущали? Будет вот этот кусок? Я не вижу, но вы растете. Я.
включи массу маршрут. А я на правильно больницу. Спасибо. А я поеду. Итак, друзья, обычная русская семья. Дочь пришла домой в 4 утра. Знакомая. Ты где была? Неделю? Да. Иди спать утром поговори. Хорошо. Та же самая ситуация, но в дагестанской семье. Дочь опоздала домой на 1 минуту. Ты где была? Я говорю, ты где была? Иди спать, утром поговори! Ты, это хорошо, что я отца дома не было! А где он? Он опаздывает, у них вся семья такая! Итак, друзья, первый дагестанский телеканал. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Это первый дагестанский телеканал «Туды Суды». И с вами я, ваша любимая ведущая Магомедова и Джессика. А спонсор нашего телеканала – криминальный авторитет Идрис. Идрис, спасибо, что живой. А следующий наш гость – министр финансов Республики Дагестан Магомедов Непобежденный. Здравствуйте. И хотел бы... Костюмом пахнет, да? Нет. На совещании был. А, ясно. Итак, у меня вопрос. В какой валюте лучше всего хранить деньги? Ну, это своя, в какой валюте лучше всего хранить деньги. Тоже верно. Еще один вопрос. Что нужно дагестанским жителям сделать, чтобы наша экономика вышла на первое место среди субъектов СГФУ? Что, думаешь, какие вещи прямо в эфире задавать? Я с вами поговорю. А? Легко, легко. Хорошо. Деньги, да? Ой, мама, точно не с экономики. Да, кушай. Конфетки можно дать? Конфетки? Не, не, не. Магомед. А? Пока. Пока, Боря. Еще один наш гость, министр финансов Республики Дагестан, который нам сейчас расскажет, куда же делись 20 миллионов рублей на построить дорогу. Эй, министр, сюда иди, сюда иди!
важная игра. Кто-нибудь из вас подготовился? Так, стоп, Амир, ты нормальный? Ты зачем об этом жюри спрашиваешь? Так, зачем остальные известные люди? Тимур Климов, Марат Сулейманов, Шамиль Нуфов. Али Алиев. Так, Амир, встань на место, пока окончательно все не испортим. Муртулов? А? Кто твой дядька? Ахим, братуха. Ну тогда полетели! Давай начинаем! Дальнего родственника. Сынок. Да, папа. Как твой дядька приехал? Какой дядька? Который тебя ходит на учу, помнишь, да? А, он, да? Сейчас идем за походку ответственник. Друзья, готовы, чтобы он учился максимально? Смотрим. Короче, красавица, это мой район, мои правила, как говорится, my love, my rules. Слышь, слышь! А ну подержи кэш. Че тебе надо? Деньги, телефон, ста, быстро. Все в куртке. А такое могло произойти только на махачкалинском даже. Мам, купи на вату, смотри на вату, купи на, купи на, пожалуйста, купи на вату. Эй, моя девушка, ну ты сильно купите вату или голову, вот так вот за это, а он просто уже хлещет. Короче, видишь вон ту девушку, сейчас ты подходишь к ней и просишь у нее номер. Она, конечно же, ответит мне нет, потом ты будешь вот этой инструкции, пошел. Эй, девушка, дай дай номер. Ну да, конечно, возьми. А почему нет? Так что ты должна сказать мне нет. Давай еще раз. Эй, девушка, дай дай номер. Конечно, возьми. Я прошел курсы пикап-мастера, скажи мне нет. Вот ты мне понравился. Я что, зря проходил курсы пикап-мастера? Ты можешь мне просто сказать нет? Давай еще раз. Эй, девушка, дай дай нам. Гаджиев, давай уходи к доске, тяни билет.
что там написано? Основной закон мечты. Ты его знаешь? Конечно же, нет. И да. Давай, пиши. Энергия. Энергия – это буква Е. Давай, пиши. Большое Е. Да заглавное – это Е. Пиши равно, равно, пиши. Зачем ты прописью пишешь, как обозначается равно? Две параллельные линии. Да не вертикальные линии, горизонтальные линии, понимаешь? Равно N, пиши N. Множь на C, C, пиши C. Да не русская C, латинская C, понимаешь, да латинская? Русская S, S, русская. Да без S, С, понимаешь, C. Да ну чё, пишите в квадрате. Да что вы делаете? C должна быть в квадрате, C. Да двойка должна быть в углу, понимаешь, двойка? Мимо! Так, давай, смотри, где еще можно? Мимо, вы непроходимый тупица! Что же хотел сказать в конце? А чего у вас из зарима, а девушка сидят, хотел у меня обратиться? Ну, давай. Эй, на что так лишнее? Смотри, что ты такое говоришь? Она просто в мегафоне у меня работает, думал, так хорошо. Лена, ко мне тоже закинешь! Что вообще говорить? Это финал, надо нормально закончить. Хорошо. Амир, может, объяснишь, что это? Это билет на групповой этап чемпионат мира по футболу. А почему только на групповой? А что, Россия дальше пройдешь? Аплодисменты команды КВН-школы номер 8. Команда КВН-школы номер 8, живущая на опережение, благодарит директора школы Акаева Жамбулат Магомедрасуловича и заместителя директора по воспитательной работе Вахидова Хайбула Бухтадырович. Продолжаем. На сцене команда КВН-школы номер 9 «Импульсы». Выборы.
Каждый из нас тут хоть немного царь. КВКВН, вы не ждёте.
си благодарен директора школы Юсупова Мурада Алидиновича и замдиректора по государственной работе Хайрова Агнат Азбулаева. Шестыми на эту сцену выйдет команда КВН школы номер 14 Чумачечи. Да зачем нам ваши? Ты нам наши верни! Где танки?
сколько раз этого дома, извините, не в плен. Роме, дорого. А, понятно. Давай, пока. Иди сюда. Смотри, наше фото мозг звать мне надо, а я пойду? Ты никуда не пойдешь. Так, не фонарексия, я не поняла. Я говорю, номер кончен, я ухожу. Что? Пока. Thank you.
че вышел? Ты на хуй 10-го айфона, что ли? Любой человек скажет да. Вот, например, Хада, ты же капитан? Да. Так, стоп. У нас вообще что-то смешное есть? Ой, конечно. Миниатюра, первый дагестанский гость. Фаворку! Еще? Нет, он еще пить. Ну да, Хайда. Теперь Янна, как? Пацаны, я не знаю. Алло? Да. Итак, с вами команда гимназии номер 3, Весельчаки. И мы начинаем. Мы не знаем, с чего начать. Я его, короче, не знаю. Нет, а кому ты эти сказки рассказываешь? Я отвечаю, так и было. Юрий, смотри, как я хочу сидеть. Спорим, если за 5 секунд сейчас подглазку. Юрий, я похожу на тебя. Я только согласен. Ну, привет. Ты на стуле сидишь, да? Ну, да. Ты одна, да? Да. А я думала, с Махаром. Это... А ты пати кушала, да? Ну, да. Твоё, да, пати? Да. А сколько у тебя пати? Ну, что, 8 примерно. А это самое лучшее, да? Да, да, да. Лёнка, сейчас там на стене на дочери. Так, да, что понимаешь? Салам алейкум. Валейкум ассалам. А зажди сколько, брат? 150, брат. Давай за 100. Да не, хочется, брат, там пробки нет, брат, 150. Ты что несешь, что эту железку пешком пройти можно? Давай за 100. Ладно, садитесь. Знаешь, Шумар, я решила, нам надо расстаться. Подождите, да не расставайтесь. Очень расставайтесь. Ну почему? Ну, ты какой-то мелочный. Во, блядь, что какие-то писатки мне подарили тут или каналово? А я никогда не был мелочный. Да ты еще и забывчивый, братуха. Так, все, мне это надоело. Я ухожу. О! Братуха, куда ты на ходу ускочила? Да ты за дорогой следишь. Да нормально все будет. Подожди, брат, не плачь, не плачь, подожди. Вот теперь, брат! То чувство, когда ты не умеешь танцевать, но тебя заставили. Thank you.
ручьё. Уа, пацаны, это мы, да? Эй, пацаны, там у нас все там все, пойдёте. Дорогой дневник, сегодня 20 сентября, и мы толпой идем с Магой на разложку. Эй, пацаны, меня помните! Случай в зоомагазине. Алло, дорогая, а в зоомагазине? Может, что-нибудь купить? Я вам бесплатно. Может, кошечку? Нет. Антон, даже не убил. Может, нас сразу птичку? Может, там куалу взял? Дорогая, пожи. Надо идиотка. На каждой разборке каждый хочет показать себя очень крутым. Ты что, один пришел, что ли? Нет, самое маме. Лучники! Лучники! Рокши. Ладно, лучники не пришли. Баба, не рокшики! Эй, на хату дядство! Эй, стой! Почему? Любому терпению приходит конец. Пожалуйста, дополните у меня. Да. Да. А не можешь? Ай, короче, я давайте. А на чуть-чуть. Талант оставил, талант. Талант, а на хуй волосы, брат. Талант оставил. А
студент школы номер 12, унесенные смехом. 4-4-4-5-5. Команда КВН школы номер 8, живущие на опережении. 4-4-4-5-5. Команда КВН школы номер 9, импульсы. 4-4-5-5-5. Команда КВН школы номер 14, чумачевчи. 4-4-4-5-5. И завершала у нас конкурс «Прессия» команда КВН гимназии номер 3, весельчаки. 4-4-4-4-5. Спасибо. Так, итоги всей игры мы огласим в конце нашего мероприятия. А теперь команды готовятся ко второму конкурсу. Вперед! Звонит, значит помощь нам спешит.
Значит, будешь живи. А на здрасте, скорая пожарная, полиция слушает. Пожар. А что говорит? Больница. Секундочку соединяю. Да-да-да-дам-да-дам-да-дам. Алло, здравствуйте. Как могла сгореть больница полностью? Это был поджог. Здравствуйте. Алло. Уже выезжаем. Ну, кто пойдет? Как кто? Кто пойдет, тот пойдет. Давайте подождем. Там еще потухнет, пока мы туда пойдем. Там все потухнет, мы только снимать не пойдем. Нет, там не будет. Всегда так бывает. Алло, налоговая сауна, что на монтаж? А что сразу? Выезжаем срочно, что же пойдет? Часов. На пакет приглашаем. Так, спасибо школе номер 12 за столь интересный сцен. Третьими на эту сцену я приглашаю команду КВН школы номер 8, живущие на опережении. Их звезда, участник финала высшей лиги КВН, он же певец Бахтияр Нагиев. Сыщик жил в Лондоне на Бейкер-стрит, а самые талантливые и находчивые грабители живут в России. Итак, маленькая квартирка, улица 18. Так, все, вроде бы все собрали, давай пойдем отсюда быстрее. Боже, я сейчас мясо с холодильника заберу. Какое мясо там иди, чтобы все это надо унести? Извините. Вашего ребенка, а у вас тут дверь была открыта. Кто из вас отец Амир? Он. А, простите, а вы кто? Я сосед Сабутыль, кто? Брат у меня. Давайте в следующий раз мы торопимся. Ребят, может чайку? Какого чайку? Ну, наши гости. Не откажусь. Ну, давайте поговорим. В общем, у Самира очень плохое поведение. Вот она вернется, а не надо. Ему, наш сын Самир. Мы же приезжаем. Понятно. А вы представляете, что ваш сын учил на уроке экономики? Что же? Нашу экономичку назвал овцой без оборота. Так не делается, конечно. Я тоже считаю, что такие слова не красят сына начальника ОВД. Сын начальника ОВД и так себя ведет нехорошо. Может, отложим переезд, пожалуйста? Хотела спросить, а что вы дверь за собой не закрываете? Не боитесь, что вас кто-нибудь может ограбить? Да какой дебил додумается грабить начальника ОВД? В смысле? Сам ты дебил? Еще хотела спросить, как ваша Мадина поживает? Дочь? Дочь. Она за парой с вами ухаживает? Она же вас в садик будет. Это надоело, звонила в полицию, короче. Зачем? А у нас традиция такая. Пропала дочь, звоним в полицию. А, хорошая традиция. Ой, какая у вас библиотека богатая, такое редкое издание Коэна Дойла. Ой, у вас тут деньги лежат. Спасибо, что забыли. Переживаю я за Самира. Такой хороший парень, с таким поведением растет. Ты что делаешь? Я смотрю, может, Коэн Дойл еще что-нибудь интересное написал. Понятно. Слушайте, это так символично. В квартире начальника местного ОВД висит картина именно этого персонажа. Я считаю, что все правоохранительные органы должны равняться именно ему. Я тоже не пойму, почему он в каске? Кто? Сталин. Че, дурак? Он же генералиссимус. Тихо! Мы с вами продолжаем мило разговаривать. Брат,
Здравствуйте. Здравствуйте. Мы представляем вам новинку, новый пылесос, который удаляет все видные пятна. Ух ты, опять на крови они убирают? Конечно, убирают. Давайте посмотрим. Они умеют утверждать. Он у вас такой умница, спортсмен, 7 золотых медалей имеет. Не 5, а 7 золотых медалей. Еще. Ваша жена с вами? Да, Сакина Тодрахмановна? Да. С вашим мужем разговаривали? Хорошо, сейчас передам. Да, дорогая, ты не узнаешь? Мускул. Вот ты узнала. Ну ты, главное, не торопись там, да. Здравствуйте. Ну что же, это мой муж. Ислам, познакомься. Это начальник местного ОВД. Здравия желаю. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, а чего вы мне через левую руку даете? Так это реформа, руку еще не утвердили. Дорогая, ты собирайся. А вы что, переезжаете? Да, переезжаю. Здравствуйте, мне уже пора, до свидания. Давайте быстрее. Здравствуйте! Ну что? Все собрали? Все. Грузчики! Грузчики. Ну вот, моя приезда, все собейте это. Сталина, не забудьте, хорошо? Хорошо. До свидания. Это был единственный случай, когда начальник ОВД сам ограбил свою квартиру. С вами была команда школы номер 8. Живущие на опережение. И звезда исламской эстрады Бахтияр Нагиев. Так, молодцы. Поаплодируем команде. Так, следующими на эту сцену я приглашаю команду КВН школы номер 9. Импульсы. Вот губа, а я тут самое. Маленькие дети – маленькие проблемы. Большие дети – большие проблемы. А для героев нашего стема самая большая проблема – это выдать дочь замуж. Ну что это такое? Нашей дочери же 18 лет, а она до сих пор замужем. Моя бабушка в ее возрасте уже внуков нянчила. Какой позор! Ужас просто! Батька! Да, дочка, да! Я так сама не дралась! Я выдала! Ну просто золото, иди покушай! Алло! Валикум ассалам, Артур! Нашу дочку засватать хотите? Ха, видели, как она собака дерется? Ну чё ж, воспитание. Ладно, ждем. Так, вперед. Нашу дочку сват. Артур Асим. Ассаламу алейкум. Я Абдулла Асин Альбура. Пришел свататься вашей дочке. Валикум ассалам. Алло, Артур, ты, конечно, извини меня за такой вопрос. Но в вашем духуме точно косяко не было, да? Или ваша... А, значит, твоя жена беременна, у моря загорала, да? Я тут сына, да? Я могу, только не сына. Присаживайся.
Я чем, спасибо. Ну давай рассказывай, чем занимаешься? Как моя дочка понравилась? Я на свадьбу пою. И ваша дочка по моим песням танцевает на свадьбу. Она очень мне понравилась. Смотрите. А теперь скажи мне правду. Она же такая страшная. Ты красивее, чем она. Зачем ты ее хочешь достать? Честно говоря, мне нужна она. Но охрана мне нужна охрана. Но я увидел, как она дерется с собакой. Я сразу понял, что лучше охранника не найти. Ну, если я не ну, женись, нифига себе. Мне не придет там дельная зарплата заплатить, правильно? Понятно, понятно. Ну что скажешь, дочка? Ну я согласен, что наши помни. Без проблем. Yeah.
похож. И вы, конечно, можете удивиться, но вот несколько минут вы ломаетесь, как юная девица. Ну ладно. Там меня напёрло. Я понял. Кто отказался? Кто отказался? Ну, Шамиль, мол, дела у него какие-то там. Роман. Теперь вы поняли, какие у него дела, да? Роман, да. Вам ваш друг вернуться. Так, Курбан, пускай. Я не одену это. Привет, Роман. Здравствуйте, Джульетта. Меркуцио, мой друг, скажи мне честно. Ну, как тебе моя девица? Не знаю, друг мой, что тебе ответить. Брутальная, подкачанная леди. Отличный выбор. Цвет невестки рос. Ты где нашел эту Джульетту? Ну, надоел? Да. Стоп, бараны, стоп. Я Ромео. Не понял я. Ромео и Ромео будет, что ли? Хотя она мне нравится, такая некая московская лавстори. О, не буду вам мешать. Пока-пока. Ковбой, ты в дивизии за богарька. Так, прекратите в отделе. Хотите быть Ромео? Так будьте. А я Джульетту, так и быть, сыграю. Парень, не платьте мне. Ну что ты скажешь, что молчишь? Плохо! Не верю! Кто-то играет бабу! Играешь как мужик! Где энергия? Где искра? Где полет? Где ревность? Ну а как играть-то? Сейчас покажу. А его эспари. Yeah.
Аплодисменты! Так, завершает конкурс STEM команда КВН гимназия номер 3. Весельчаки, смотрим. Так, я извиняюсь. Приглашаю все команды финалисты на сцену. Унесенные смехом. 4-4-4-3-3. Спасибо. Следом была команда школа номер 8, живущие на опережение. 5-5-5-4-5. Спасибо. Следом у нас школа номер 9, импульсы. Все судьи 5 баллов. И завершал наш конкурс STEM команда школы номер 14 Чумачечи. Все судьи 5 баллов. Так, а теперь я хочу предоставить слово нашему жюри. У кого есть что сказать? Давайте скажем, председатель нашего жюри Марат Султанов. Всем спасибо большое, всем салам алейкум, здравствуйте. Ну, во-первых, хочу поблагодарить организаторов, то, что организовывают вот такие вот мероприятия для нашей молодежи, для школьников Хасавюрта. Давайте поаплодируем. Хайбула, тебе отдельное спасибо, ты молодец. Мы с тобой еще не первый год будем работать, надеюсь, в будущем. Спасибо. Давайте коротко об игре пройдусь. Ну, во-первых, смотрите, такой момент. Вот полуфинал, честно, я был на полуфинале на двух играх. Да, полуфинал мне понравился чуть-чуть больше. Вот всегда говорят, что полуфинал, он бывает сильнее. Финал, видимо, чуть времени не хватило, наверное. Чуть-чуть расслабились. Смотрите, вот была ошибка у всех команд. Вот дагестанизм. Убирайте весь этот дагестанизм. Жиесть, похавать, вот это все. Вот это не должно быть в КВН. Я понимаю, у нас это любят, над этим смеются, но я старался больше ставить хорошие оценки той команде, у которой этого не было. Ну, для меня. Так что... На будущее, да, в следующем году. И еще материала было много с высшей лиги. Вот честно, вот что скрывать. Не берите оттуда. Вот есть же разные лиги, региональные, другие, которые мы не... А то мы проходим, смотрим то, что мы уже видели, и оцениваем актерскую игру. Этого не должно быть. Мы пришли посмеяться, посмотреть. Берите материал, если даже тяжело писать с других лиг, не с эфирных лиг. То есть не с высшей лиги, не с премьер-лиги. Потому что у нас телевизор тоже дома есть, мы смотрим КВН. Об игре еще раз. Об актерах, да? Все молодцы. Давайте поаплодируем сами себе. Да, в первую очередь. Справились. Смотрите, чемпион, я напомню. Игра либо здесь, либо в Избербаш. Мы сейчас еще не решили. Туда приглашаем мы чемпиона этой игры. Давайте поаплодируем. Я надеюсь, редактора этой лиги меня услышали, да, Шамиль? Ну, в общем, работайте с вашими опытными говорящими. Спасибо. Спасибо. Отдельно спасибо спортивному ведущему. Салам алейкум. Здравствуйте. Привет. Салам алейкум. Спасибо. Награждается команда КВН «Весельчаки». Весельчаки. Команда КВН «Весельчаки» представитель гимназии.
теперь у нас призеры пошли. Призеры же. Третье место. Так, а мы похлопаем. Третье место заняла у нас команда «Живущие на опережение». Так, диплом второй степени. Команда КВН «Чумачечье». Ну и давай какой? Ашидат Магомедхановна, наверное, объявит у нас чемпиона нашей лиги. Пожалуйста. Давайте. Так, заместить начальника управления образования города Пасыр. Ашидат Магомедхановна. Первое место чемпиона Узбекистана «Импульс». Не расходимся, сейчас общее фото сделаем, смотрите. Стой, давай общее фотку сделаем, смотри. Мы вас приглашаем на Кубок Чемпионов в школе Трик районов городов. Это еще не знаем, где будет, но работайте, давайте, готовьтесь. Ваши аплодисменты, чемпионы, команда Коня Импульса. Поздравляем чемпиона, а также призеров и наших участников нашей школьной лиги КВН. Спасибо. А теперь, наверное, общий уровень. Да. Всем спасибо, до свидания. Приходите на КВН.